Огромнейший привет! С вами, как всегда, Аня. И в этом обзоре я хочу рассказать вам о таких милых фёрблингах. Они поступили недавно, и мне они достались вчера. Я решила для вас снять обзор. Но прежде чем я приступлю к нашему обзору, я скажу то, что я извиняюсь перед вами, то, что я очень-очень долго не снимала для вас видео. Да мне показалось немного странненько. То, что когда я снимала 30 декабря видео о наших победителях моего конкурса, Алла Лашкина и Настя Кеймен выиграли альбомы. Анастасия Романенко выиграла магического джина. И главный приз Анастасия Новикова выиграла Ферби Бум. Все эти адреса, телефоны отправились ко мне очень долго. До сих пор Алла Лашкина, она прислала адрес, но она не прислала свой телефон. Прошу тебя, Алла Лашкина, пожалуйста, пришли мне свой телефон. Дорогие Настя Кэмерон, Анастасия Романенко и Анастасия Новикова, пожалуйста, снимите видео, как вы получили мои призы. Я обязательно их выложу в мои следующие видео. Дорогие мои друзья, подписчики и мои зрители моего канала, скоро я выпущу новый конкурс. Я скажу вам о нем то, что он будет интересней, лучше и увлекательней. Итак, давайте наконец-таки приступим к нашему обзору этих фёрблингов. Вот такая вот у них упаковка. Здесь написано Ферби Бум. И то, что здесь по-английски, написано то, что разблокирую фёрблинга в приложении Ферби Бум. Здесь изображены такие 4 фёрблинга. И сзади, то, что мне, честно говоря, не понравилось, то, что у них там непрозрачная упаковка. Так как у человека может попасться какая-то одинаковая, которая у них уже была. И вот здесь еще написано, собери всю коллекцию всех этих фёрблингов. Также, кто играет в приложении Ферби Бум со своим Ферби, заметил то, что там есть такой считыватель QR-кодом. Надеюсь, я правильно сказала. И они думали, зачем этот считыватель? Я, честно говоря, тоже не знаю. Я еще, кстати, не открывала эту упаковку, чтобы мне было и вам, и мне было в 3 раза интереснее. Можно считать код, и мы получим новое, неизвестное для нас яичко. Здесь написано информация, да, английская, на всяких таких языках. Еще здесь написано, внимание, опасность удушения, мелкие детали для детей старше 3 лет. Как всегда. Вот. И вот здесь написано Hasbro. Это от компании Hasbro, как всегда. Давайте теперь откроем упаковочку. Я сейчас отложу вот это вот. Берем ножницы. Здесь вот у нас такие вот дырочки есть. Получается, с них мы должны начинать резать. Режем, режем. Вот так. У нас упаковочка немного вот так вот. Открываем. И первое. Это вот у нас. И достанем самого фёрблинга. Вот такой вот у нас маленький фёрблинг. Черненький такой вот. Такой вот фёрблинг. Черного цвета. Вот это у нас QR-код. Давайте сначала рассмотрим все эти бумажечки, которые к нему прилагались. Здесь у нас, как понимаю, написано вроде инструкции. Как я вижу по-русски, здесь ничего нет. Да. Ладно, на этой инструкции мы не будем зацикливаться и приступим к нашей игрушечке. Также здесь есть такая вот, такой, с таким милым фёрбишком.
здесь тоже что-то написано. И также Ферби Бунтер. Давайте наконец-таки откроем нашего Фербика. Вот здесь вот у него такая вот закреплена скотчем. Мы сейчас с вами оторвем. Вот прям так будем рвать, потому что это по-другому не выйдет. О, наконец-таки. Вот, вот такой вот маленький, такой, такой как статуэточка. Хотя я понимаю, правда, хочется собрать таких маленьких, таких миленьких корбликов. Так, давайте уберем все с нашего рабочего места, чтобы нам ничего не мешало. Вот, вот так вот он выглядит. У него синие ушки, голубой хвостик, на конце он такой салатовый. Такая салатовая тоже маска для плавания. Лапки тоже такие, цвет морской волны. И сами глазки у него оранжевые. И, конечно же, шерсть черная. Вот это у нас. Давайте наконец-таки приступим к нашему приложению. Открываем приложение Ферби Бум. Сейчас у нас как перевернуть. Играть. Давайте поиграем с нашим Ферби Бум. Нет, давайте так. Так, вот. У нас есть с вами такой вот значок, где такой вот оранжевенький с фербишком. Вот, нажимаем на него. Сканировать нашего камеры. Сейчас мы с вами... Так, и сейчас просто здесь камера, вот так вот неудобно. Давайте, давайте, давайте посмотрим, какой же у нас ферблинг сканируется. О! У нас здесь можно выбрать. Слушайте, классно. Слушайте, классно. Какого же нам выбрать? Я выбираю вот это вот. Что-то мне как-то приглянулось больше всего. Разблокировано. У нас разблокировался такое замечательное яичко. Оно у нас появляется также в коробке с нашими яйцами. Я скажу честно, мне очень понравилось то, что у них так все интересно. Ну что ж, с вами была Аня. Подписывайтесь на мой канал, ищите меня в Шарараме. Мой ник Трам2. Всем пока!